Лучше британских детективов могут быть только исторические британские детективы. Потрясающая атмосфера, изящные костюмы, изобретательные преступления и блестящие актеры – вот что ждет вас в фильмах из этой подборки. Госфорд Парк, Госфорд Парк, 2001. Англия, 1932 год. В роскошном поместье сэра Уильяма Маккордла собираются гости, сплошь представители высшего света. Но приятный уик-энд неожиданно оборачивается криминальной драмой в духе Агаты Кристи. Хозяин дома заколот ножом в собственной библиотеке, а у приехавших на место преступления полицейских нет ни одного подозреваемого. У написавшего сценарий Джулиана Феллоуза, автора культового сериала «Аббатство Даунтон», получилась очень неплохая детективная история, но дело даже не в этом. Блестяще воссозданный исторический контекст и детальное описание быта английской аристократии – вот что делает фильм «Госфорд Парк» настоящим шедевром. Актерский состав тоже впечатляет. В картине снялись Эмили Уотсон, Клайв Оуэн, Ричард Грант, Чарльз Дэнс, Стивен Фрай и многие другие звезды британского кино. Мистер Холмс, Мистер Холмс, 2015. Куда же без него? Действие этого фильма разворачивается спустя 30 лет, как самый известный сыщик завершил свою звездную карьеру. Теперь Шерлок Холмс представляет собой степенного пожилого мужчину, наслаждающегося букалическими прелестями сельской жизни. Однако он все еще не может забыть последнее нераскрытое дело, заставившее его повесить на гвоздь свою легендарную шляпу охотника за оленями. Потрясающая красота кадров, тонкий психологизм и бесподобный Иэн Маккеллен в роли Шерлока Холмса – все это определенно заслуживает вашего внимания. «Смерть на Ниле», «Death on the Nile», 1978. Неподражаемый бельгийский сыщик Эркюль Пуаро расследует серию загадочных убийств, произошедших на роскошном пароходе, плывущем по Нилу. Наблюдать за работой его легендарных маленьких серых клеточек – одно удовольствие. Не стоит себе в нем отказывать. «Смерть на Ниле» – великолепная экранизация одноименного романа Агаты Кристи, опубликованного в 1937 году, в роли Эркюля Пуаро, сэр Питер Александр Устинов. Этот стильный фильм, премия «Оскар» за лучшие костюмы, доставит вам удовольствие, даже если вы не можете представить в образе знаменитого бельгийца никого, кроме Дэвида Суша. Ставьте лайк, если вам понравилась эта подборка, приятного просмотра! Палец вверх и подписывайтесь.